У нас, насколько я помню, в конкурсе «Звезжи», в конкурсе у нас «Ферма», которую парень делал 3 года. 3 года он пытался понять взаимоотношения человека, который решил работать на земле, городского человека. Это очень интересный процесс, который проживает сам студент. Он ведь проживает не как знающий человек, как это надо, а он пытается понять, а что же происходит с человеком, который приехал на землю и у которого нет никаких контактов, который ничего не сумел с ней сделать. Да? И это становится драмой не только этого человека, но и режиссера, потому что это драма непонимания как бы сегодняшних взаимоотношений. Вот у нас будет маленький фильм, я не помню, как он сейчас называется, потому что парень его 100 раз переназывал, и я уже не знаю, как он существует в современном состоянии. Он пытался его сдать как дипломную работу, но это был... Да-да-да, ПДД, но это было очень длинное, невнятное кино, а сейчас он его сделал маленьким, и вдруг это оказалось замечательная комедия. Ну, во-первых, это просто очень хорошее кино, это современный взгляд на человека, на пространство внутри человека, там нет ни одного политического фильма, это фильмы, которые рассказывают о людях в сегодняшней жизни и в сегодняшнем пространстве. Мне кажется, что это очень важно, они просто очень талантливо сделаны, поэтому им надо смотреть. Вообще встречаться лучше с талантливым, чем с бездарным. Нет, ну это совершенно чудовищная ситуация, когда впервые чиновник открыто проговорил, что государство – это он, чиновник, и что мы к этому государству не имеем никакого отношения. Вот такие стагнационные действия, поступки чиновников высшего ряда, конечно, ведут к стагнации и, конечно, приводят в результате к революционной ситуации, что гораздо хуже, чем фестиваль «Арт-Док-Фест» и вообще любой поступок художника. Да? На сегодняшний день ни один фильм, который сделан даже без государственного участия, не может выйти на экраны никакие фестивальные, клубные, если у него нет прокатного удостоверения. На самом деле это скрытая форма цензуры, потому что прокатное удостоверение нельзя получить, если в фильме есть обсценная лексика, то есть мат, если в фильме есть пропаганда насилия, пропаганда нетрадиционных отношений, пропаганда всего-всего-всего, что не нравится чиновникам. Да? Что такое пропаганда, нет внятного объяснения. Да? То есть любое появление, допустим, на экране людей с нетрадиционной ориентацией называется пропагандой. Появление на экране человека, который разговаривает с помощью обсценной лексики, потому что он живет внутри этого языка, и он только так может разговаривать, считается пропагандой языка, который запрещен. Вот все это невероятная глупость, потому что ничего жизни запретить нельзя. Ее нельзя ввести в те рамки, которые нужны чиновникам. Поэтому, по сути, закон об обязательном прокате является завуалированным запретом на, ну, завуалированной цензурой. При этом у нас запрещена цензура. У нас запрещена цензура главным законом, да? Главным законом. И поэтому мы имеем право и должны все против выступать этого закона. Они нарушили главный закон страны, где цензура является не... То есть цензура не может быть просто.